Увага! В приміщенні комплексу виникла пожежа. Просимо відвідувачів залишити будівлю. Зберігайте спокій та порядок. Прямуйте до найближчого виходу. Поступайтеся дорогою дітям. Допомагайте людям похилого віку. Слухайтесь вказівок працівників адміністрації. Продолжается проверка торгового центра «Дафи», и ну, уже выявлен ряд серьезнейших замечаний. Это и закрытые пути эвакуации, например, в первом зале кинотеатра из 4 эвакуационных выходов, 2 эвакуационных выхода фактически заложены кирпичной стеной. Дальше есть и пандусы, встречаются на путях эвакуации, где люди могут спотыкаться, падать, и будет давка мгновенная. Даже сотрудники пожарной охраны спотыкаются. И горючее основание на путях эвакуации. Самая большая проблема – это то, что пути эвакуации проходят через торговые залы магазинов. И они, в частности, ну вот дальше там ряд магазинов закрыты разными подсобками, складами, коридорчиками, и отсутствуют вообще распознавательные знаки, что это пути эвакуации. Отсутствуют вообще какие-либо указатели, где выход, куда и бежать. Все, что касается путей эвакуации, если уже вышли в коридоры, они заставлены стекла, бумаги, мебель. По системе дымоудаления она визуально в одном месте сработала, видно было, здесь что-то где-то какая-то проблема, потому что дым не вытягивал, он стоял и стелился, такого быть не должно. Здесь недостатки, островки очень много, зоны отдыха, диваны стоят, и пути эвакуации, я же сказал, с этого этажа 2 лифта останавливаются. Во время срабатывания пожара лифты останавливаются. 2 эскалатора с одной стороны и с другой стороны. Люди в основном, как я уже говорил ранее, будут бежать туда, откуда пришли. 2 эскалатора, они очень тяжелые для эвакуации. Там высокая ступенька и фактически может получиться также давка, люди получат травму. И вот, вот это один проход, который мог, видите, люди, мы с вами видим прекрасно. Ага. Вот этот как раз вот, то, что ты, вот там закрыто, здесь забит, там задымление. По действию непосредственно персонала. Начиная от вопросов организации эвакуации до вопросов взаимодействия с подразделениями уступайте дорогу, нашей службы, покажите, которые прибыли к месту тушения пожара. Что касательно вопросов организации эвакуации, персонал этого объекта, где непосредственно по замыслу возник пожар, не полностью выполнил свои инструкции касательно организации эвакуации. А именно не все помещения, которые находятся здесь, были ими проверены для того, чтобы проверить наличие там людей. Это первое замечание. Второе, существенное, которое мы сейчас отрабатываем со всеми объектами, которое очень важно, это взаимодействие администрации с нашими подразделениями. Должностное лицо, которое осуществляло встречу наших подразделений, ну, абсолютно выдал нам самую минимальную информацию, которая только могла бы быть. То есть не было указано нам место возникновения пожара, не было указано вопросы касательно эвакуации, где произошла эвакуация, где есть люди, где нет людей. Не были указаны нашим подразделениям кратчайшие пути к выходу на позиции, ближайшие водоисточники, то, что согласно инструкции, согласно правил пожарной безопасности, они обязаны указывать наши. И, соответственно, взаимодействие абсолютно с администрацией при ликвидации данного пожара никакой не было, потому что представитель, который встретил наше подразделение, он просто взял, передал и куда-то ушел. Людей сказали, идите сюда, люди выходят на пути эвакуации, на лестничной клетке, они дальше не знают, куда им идти. То есть абсолютно отсутствует вопрос сопровождения этих людей, направление полное до выхода на улицу. В первом зале 2 эвакуационных выхода закрыты, просто говорят, заложены кирпичом. Как такое может быть? Эвакуационные выходы или выходы? С выпиской, да, с выпиской. Ну, это вот вопрос мы посмотрим, разберемся, в чем вопрос, есть ли это выход эвакуационный. Мы примем все меры, которые будут, все замечания, которые будут связаны с этим, и мы получим от МЧС, будут устранены.